время, 3 часа я уже проехал. Решил испытать свой новый держатель. Как раз попадает на козырек. Приходится шторку поднимать, видите. А это от солнца шторка впереди, чтобы камера могла снимать. Нет, надо куда-то переставлять в другое место, чтобы было более так удобнее для держателя. Ну, не проблема, в принципе. Что-нибудь придумаем, это не проблема. А так нормально держит. Видимость хорошая. Приветствую вас, дамы и господа, на канале Мантик Джумани. Сегодня у нас 11 июля. И я еду почти из-под Штутгарта. Загрузился я в тех краях, в сторону города Ганновер. А точнее, город Леуэнау. Это как раз недалеко от Ганновера. Два груза разных у меня. Там разгрузить. И потом загрузить. Много ремонта дорог. Ну, оно и понятно, потому что дороги используют. Ушатывают их по полной программе. А поэтому надо постоянно дороги ремонтировать. Если их не ремонтировать, ну тогда дороги будут страшные и убитые. Юха, переходы какие. Видите, часть. Это у нас семерка дороги перекрыли. А одну сторону сделали двухстороннее движение. Реверсивная, скажем так, но с той стороны пошире, там и для легковых, и для грузовых. Сейчас так хорошо в душ сходил. На фирмах предлагают, ну, по-нормальному, знаете, кофе там. Не хочешь в душ сходить? Водитель погрузчика говорит: если хочешь душ, у нас есть душ, можешь сходить. Я говорю: я что, уже так воняю, что мне надо в душ? Он: не-не-не, я просто по-человечески. Он перепугался, что я на него наехал. Я говорю: я позавчера мылся. Да не-не, все нормально, говорит. Я шучу, говорю, ну, по-немецки. Конечно, схожу охотно в душ, говорю, сейчас я... Жара 33 градуса, уже 34, друзья. А когда на улице поработаешь, попрыгаешь еще с ремнями туда-сюда, и вообще угораешь. По полной программе плывет, все тело тает, как снежок. Ну и я, конечно же, воспользовался такой возможностью, сходил в душ. И сейчас чувствую себя на все 100. Работает кондиционер на всю катушку, выставил на 18 градусов. Но чувствую, друзья, что как-то после кондиционера горло начинает болеть и шею клинить, сквозняки. Но ничего, ничего, переживем. Сейчас чуть-чуть проеду, заварю себе чаю горячего и буду ехать дальше, наслаждаться дорогой. Thank you.
Время есть. Еду я, сокращая километры. То есть на 20 километров здесь меньше получается экономия топлива. Спешить мне некуда, мне туда на разгрузку только завтра прибыть надо. А я прибуду сегодня в 16 часов. Времени, я еще раз говорю, предостаточно. Поэтому не спешим никуда. Вот это давай ты мне здесь высуни. Девочка полморды. И я тебе ее снесу. И решил я немножко записать видео с этих прекрасных мест. Недалеко от границы с Голландией. Ну и выехать мы должны в результате на 43-й автобан. Едем потихоньку, не спеша. Айцвай, полицай. Драйфир, бригадир. Дежурят здесь, полиция, гоняются за нарушителями злостными. Это у нас Б-58. Километров 11 было заявлено по 58-й. Можно было пойти дальше по 31-й. Магазин какой большой тут, центр торговый, центр кухни, матрасы, тут еще что-то, спальные эти гарнитуры. Прижаться вправо, думаю, мотоциклист меня обгонит, а он, ну понятно, знаков не было разрешающих, сейчас можно, давай вали, едет за мной как это, рыба прилипала, не люблю, вот честно, когда за мной кто-то пытается уцепиться, когда за мной едут или мне мешать пытаются впереди едут, тормозить, не ехать разрешенной скоростью. Здесь уже кто-то поломался. А ДЦшники ремонтируют, пытаются помочь человеку. Природоохранная зона опять здесь же. И вот будем сейчас выезжать где-то мы, где-то скоро, через 2 километра на 43-й автобан. Друзья, пробки нету на 43-й. Я заранее посмотрел, промониторил, чтобы мне нигде потом не торчать. Бывает, что лучше лишних 20 километров сделать, проехать, да, чем торчать где-то в пробке на 40-30 минут. А опять же, это заявленное, а реальность бывает намного больше. Пару часов точно потеряешь. Много туристов, много кемперов, много бусиков самодельных таких. Люди переделывают свои, ну, какие-то автобусы покупают, мини-автобусы такие, разные микроавтобусы, скажем, и переделывают под вон-вагены, под кемперы. Ну а этот вот настоящий, что это у нас? По-моему, Volkswagen, да. Бусик пошел. Нагло прет.
чем я предупреждал. Но эта дорога не очень, со всякими ремонтами, уже перестраивание всех в одну полосу. Начнется чехарда, торможение, дикая спешка, а он уже складывается. Значит, там уже нету этого ограничения.